В этом году аграрии региона планируют посеять семена на 5,3 миллионов гектаров земли. Из них 4 миллиона 800 тысяч гектаров будут засеяны зерновыми культурами, 400 тысяч – масличными, 340 тысяч – кормовыми. Подготовка к полевой работе идет полным ходом. Из-за непогоды в прошлом году в текущем проблема семян актуальна для аграриев. Поскольку во время сбора урожая шел сильный дождь, фермеры не смогли собрать зерно. В области семена продают 30 фермерских хозяйств. У них 30 тысяч тонн семян. По данным прудкорпорации, имеется 147 тысяч тонн пшеницы третьего класса. Те, у кого нет семян, получат хозяйство в резерве. Сейчас на весенние полевые работы необходимо 506 тысяч тонн семян из 536 тысяч тонн. К 15 апреля вопрос с семенами будет полностью решен, говорят ответственные органы. Что касается топлива, то правительство предоставило 82,5 тысячи тонн по сниженным ценам. В настоящее время его доставкой фермерам занимается 17 операторов. Из-за погоды солнце перегревает и быстро тает снег. Есть оптимальный срок с 15 по 25 мая. Нам нужно посеять эти культуры. Это может быть рано или поздно. Все зависит от погоды. В этом году для полевых работ будут задействованы 15 тысяч тракторов и более 16 тысяч сеялок. Одной из актуальных проблем в сфере сельского хозяйства является нехватка специалистов. Если говорить конкретнее, то в регионе не хватает агрономов и инженеров. В настоящее время некоторые хозяйства обучают специалистов за свой счет. Необходимость выделения грантов в эту сферу возрастает на региональном уровне. Вероника Цветкова, Макпал Айбабина, Журсин Умерзак, Жамбыл Балтаев, Кокше, Ахпарат.